решение удалось достигнуть? Значит, подтверждено решение о проведении митинга. Значит, нет, точное утверждение такое. Подтверждено решение о намерениях провести митинг 6 мая. Соответственно, в понедельник будет подана заявка о проведении митинга. И в качестве компромисса с теми, кто считал, что необходимо шествие, заявку, соответственно, войдет и шествие перед митингом тоже. Но и дальше рабочая группа будет, соответственно, готовить это. Заслушан был доклад рабочей группы, там много таких содержательных решений вот именно по организации, там, как мобилизовать людей и так далее. Это первый вопрос, который был обсужден и решен. Был выбран новый ответственный секретарь. Это вещь, которую многие, в частности, я опасался, но в данном случае он был выбран. Соответственно, вторая кандидатура выразила готовность, значит, помогать и участвовать в работе секретариата. Вот. Ну и дальше будет рассмотрение регламентных норм, которые просто необходимо, чтобы дальше двигаться.